На экран выходит рабочее окно программы «Дизайн», пустое либо с последним загруженным в работу проектом. Чтобы вызвать готовый проект для просмотра или ввода новых параметров, нужно выбрать кнопку команды вызова в кнопочном меню или выполнить пункты текстового меню «Проект открыть». В окне запроса выбрать группу, в которой состоит данный проект, выбрать проект из списка и нажать кнопку «Да». Проект загружается в рабочее окно. На верхней панели прописано его название, базовый размер, рост и полнота. Здесь же кнопки оптимизации окна «Свернуть», «Развернуть на весь экран», «Закрыть». Внимание! Если в настройках не установлена автоматическая загрузка проектов на экран, нужно нажать кнопку команды «Выполнить построение» в экранном меню. Программа состоит из двух рабочих окон – окна чертежа конструкции и окна работы с готовыми лекалами. Автоматически при входе в программу открыто окно работы с чертежом. Вертикальное кнопочное меню содержит блок экранных операций, масштабирование, временные повороты, совмещения. На нижней панели область промеров длин и расстояний. На верхней – основное меню рабочих функций, ряд текстового и кнопочного меню с тематическими закладками. При выборе закладки выходит ряд команд данного раздела. Если подвести курсор к кнопке меню, на экран выходит подсказка с названием команды. При выборе функции левой клавишей мышки курсор меняет вид. Указывать элементы на экране нужно перекрестием курсора. В нижней строке подсказки прописан порядок выполнения данной команды. После выполнения команды функция выключается щелчком правой клавиши мышки. Алгоритм построения формируется программой из тех действий, которые конструктор выполняет на экране, как при работе на бумаге, но только с помощью команд закладки «точка», «линия» и так далее. Нажав кнопку вызова алгоритма в экранном меню, можно увидеть текст построения. Выбрав строку и нажав кнопку «показать данную стадию», можно с помощью кнопок смещения выбрать нужное место алгоритма для корректировки, просмотрев все стадии построения от первой до самой последней команды. Для выхода из окна алгоритма нажать кнопку удаления его видимости. Алгоритм построения создается по каким-то параметрам, исходным данным. Нажав кнопку вызова таблицы исходных данных в экранном меню, можно просмотреть и изменить эти параметры. Здесь находятся обмерные данные, прибавки, формулы и методики построения. Можно вызвать любой из размеров построения на экран, установив нужный размер, рост, полноту в верхних окошках выбора и нажав кнопку ввода данных из программы размерной базы. На нижней панели также расположены окна вызова на экран построения в нужном размере. Размеры выбираются щелчком в нужную строку списка или кнопками клавиатуры для смещения вверх-вниз.